Хей, господа, с вами Бумбокс или же Витас. Сегодня и вчера я играл с друзьями в DayZ и хотел бы вам показать кое-что. Это видос снова на час, простите, конечно, за длительность, но, как говорится, мы играли часов 7, и это час, который я выделил там со всякими интересными моментами, может быть, которые я записал. В общем, смотрите на здоровье, всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Хей, йоу, это снова закадровый Виталий. Я объясню, в чем суть сейчас. Следующего фрагмента. Собственно, мы с парнями вчера играли в Days и нашли машину. Машина была без колеса, и мы так и не смогли его найти. И, впрочем, Серега решил сделать то, что сделал. Смотрите, что произошло. Поехали! Ебану быстро, конечно, блядь. Да я ебал, мы едем за колесом, блядь. Братанчик, гудим, пиздец. Нормально доедем. О, разгоняемся потихонечку. Засуху. Нахуй это колесо нам надо было, Серёга? Нихуя, блядь, разгоняемся нахуй. Серый, давай, едем, блядь. Да мне, по-моему, легче без одного колеса управлять, Серый. Поехали, блядь. Блядь, страшно, нахуй, пацаны, вырубай, блядь. Третья, нахуй, пацаны, блядь. Слышишь? Без колеса едут, дебилы. Тупо без тормозов, парни. Завтра кореш и скажет, что его тачка может без колеса ехать. Можем поехать в Светлоярск, может там что будет. Поехали. Да мы уже едем, блядь, мы уже на колесах, значит все хорошо. Слышишь, ты едь, я пока войду в окошко, тупо подсыбарюсь. Чего сделаешь? Покурю сигареты пожилые. Ну да, а сколько народу на серваке? Чего? Ну, сколько людей на серваке, можешь глянуть? А я хуй знает. Давай, текущая игра. Раз, да. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять человек помимо нас. Что-то да хуй я бы. Нам пизда. Да кто, блядь, эту калеку отожмёт, блядь, чел? Кому она нахуй нужна, блядь, без одного колеса? Только нам, мы-то, блядь, это мы ёбнуты без одного едем. Блять, я сейчас ОБС запустил и снимаю, как мы едем, Серый. Я потом захуярю монтаж. Как я... Блять, психина. Ёбнутая вообще. 80, ёпта. Серега ёбнулся, блять, на два колеса едем, блять. Это же капота нет. Ну, Серый, если ёбнемся, то все смерть, нахуй. Врежемся, умираем. Она на третьей не едет, на второй ебать нахуярит. Прикинь, кто-то посмотрит такой, блядь, на нас, а мы такие вот так вот едем. Чё там, нормально все? У тебя никаких индикаторов нет? Охуевший. Чё, блядь? Серёга, блядь! Серый, приехали. Это не я. Давай-ка выйдем, нахуй. Чё-то видел, там она очень громко орала, его. О. Не-не, там вода. Ну там вода как будто там на донышке воды, но она вроде бы как тьфу нахуй не дымится, все нормально, блядь. Не могу. Ну да, я тоже не мог нахер. Что не переработ... Может они эту систему... Тьфу, блядь, только не сними нахуй, блядь, ты сейчас снимешь, пизда нахуй. Может они систему переработали? Да хуй знает, ладно, садись. Бензо нормально? Да нормально, бензо, блядь, заебись. Перегазовал, ёпта, блядь. Развернула нахуй. Главное больше 80 не ехать, а то плохо становится. Команда из троих друзей едет вместе все быстрее. Три дебила в одной машине едут далеко вперед. Едем, на-на-на-на-на. Едем, на-на-на-на-на. Едем, на-на-на-на-на. Едем, на-на-на-на-на. Мы едем в поход, за колесом. Едем без одного мы колеса, едем далеко. Серёжа водитель, Виталя штурман, а хомяк сидит сзади
и курит сигарету. Да, Виталий, я не понимаю вообще, о чем ты песенку поем мы вместе. Серый за рулем рынчит. Если мы въебемся, нам всем пиздец. Но мы все, все будет хорошо, я уверен. Едем. Бля, сейчас мы будем, сейчас будет хуёво. Едем. Проехали мы мост. Красиво, серый, мы проехали мост. Да, проехали нормально. Заправка. У нас там задний диск там стерся, блядь. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Блядь. Все, приехали? Ебучий блокпост, надо аккуратненько. Опа. Сейчас кого-нибудь со снайперкой в рот нас подкейпят. Да, серый, ну я не знаю, как это получается, но мы едем на трех колесах и нормально. Главное, что у нас ведущие, у нас бывает, походу, переднеприводная машина, у нас передний гребут, нахуй, нормально. Это что такое, блядь, не понял, нахуй. Мы уехали, хомяк. Мы чуть не разъебались, нахуй. Пиздец, блядь, если я укурил, вспомнил бычий кайф, нахуй, чуть из окна не выпал, блядь. Я больше 80 уебал, нахуй, созвернуло, блядь. Да? Хорошо этого не видел, блядь, парни. Да, хомяк, это пизда. Ужас. Вот, блять, а мог на амбреле виноград фармить? Да, мог на амбреле виноград фармить. Ну не смог же на таком, на одном колене, без одного колеса поехать на амбреле, блять. В смысле не смог, нахуй, я когда в шахте батрачивал, нахуй, алмазы копал. Там гении на паундере три колеса прохуярили с одной стороны, я на них поехал, блять. Я его потом в ювелирку увидел без колес, блять. Ну хули, если игра позволяет, блядь, то а почему бы и нет, нахуй? Блядь, слышишь, может нахуй не будем их колесо искать? Мне как-то кажется, что я не уверен, что нам нужно вообще колесо еще одно. Нужно и быть. Мы без него едем, блядь, нормально. Отправлю Димасу ВКонтакте. Он же спит, блядь. 10 минут назад был в сети, блядь. Еще не спит. Я ему сейчас позвоню, нахуй, чтобы он посмотрел, блядь. Пиздец, блядь, 3 часа ночи хомяк звонит, блядь. Мне похуй, блядь. Меня, сука, еще и вправо тянет, пиздец, нахуй. Кто-то дерево тут рубил нахер. Где там? А, да. Оп, держись. Вообще нахер. Плавненько прошли. Бочка. Можем забрать. А там, блядь, граната нахуй. Куда приманка нахуй. Ты крышку открываешь на бабах и все. Походу мне пизда. Че говоришь? Я ему звоню, он сбросил, блядь. Пизда. Бля, бывает. Так давай порултаем тут вот это. Залутать хочешь? Может лучше поедем, для этого, мне кажется, нам ебальник это сломают. Ну нас трое. Слушай, я могу тупо на. Там слева, по-моему, чел. Там с рюкзаком стоит чел. Там слева зомби стоял. С рюкзаком?
Они вправду теперь с рюкзаками так ходят? Круто. Я рекладила, блядь. Я предлагаю тогда потом собрать 4 грузовика, блядь. Я вас не слышу, если что-то говорить, надо быть на арене. И устроить Евротрак симулятор. Евротрак симулятор. Ну смотри, справа можем там залутать вот эту штуку. Не, там на корабле есть хуйня постоянно. Ну там военный лут есть какой-то небольшой. Нет, там нету ебать. Тут дальше будет блокпост, там есть военный лут. Светлоярский, да хуя этих гаражей и сараев. Надо можно поискать. Колесо на машину. О, нормально. Они текстурные, блядь. Мы въехали в эту хуйню. И текстурные, вы видели тоже? Да. Да, мы проехали насквозь. Насквозь ее, блядь. Ебать, ласточка жмёт тупо. Бля, в жизни бы у нас уже бы, блядь, стерлась бы уже задняя, блядь, диск нахуй, блядь, правый. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, перегазовал, блядь. Что? А чё, всё, блядь, приехали, горочка нахуй, всё, блядь, горочку не осилить нахер. Давай назад, блядь, сейчас ходов будет заезжать. Сейчас попробуем сходу взять её. Ебаный, перед колеса гребут нахуй, просто переднее левое, пиздец шлифуют нахуй. Я один только вижу нахуй, тоже видите, как он шлифует. Да, переднее левое пиздец, бля, хуяли. Давай, 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 родимая, давай, да ёб. Сука. Нет, это... Ты, что ли, ты много жрал, что ли? Блять, ну давай я выйду нахуй. Это меня Виталий. Тихо, 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 блядь. Аккуратно вышел, блядь. Бля, может задним попробовать этот наверх заехать жопой, блядь? Бля, мне кажется, это плохая идея, потому что задних... Не, надо... почему? Задняя нормальная скорость, тяговит, да. Сука, давай сейчас задом просто уже до конца поедем. Ебать, она жмёт задом. Слышь, а реально задом лучше едет, да, чем пиздец. Серега, все, едем задом, блядь. Пока, Виталя, блядь. Давайте. Мы в закат. Пока, пока, Виталя. Полицейский разворот, похуй. Прямо как в Лос-Антосе учили. Так как в велосипеде, нахуй, да учили, мой. Давай, Виталя, ваш Убер ждет вас, нахуй. Быстрее, 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 быстрее. Проверить пульс. Блять. Тут, кстати, может быть военный лут. Если палатки нету, то никакой тут не будет. Это так чисто текстурная хуйня, ебать. Не, вот тут есть по карте, вот я смотрю. У меня на карте есть отметки. Бля, блядь, жопа так нормально разогналась, нахуй, блядь. Смотри, еще одна. Колесо есть. Колесо вижу! Иди пизди колесо, нахуй. Еще и запас, там еще и запаска нахуй, блядь, нормально. Сейчас поедем. Виталий, давай, блядь. Давай, 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 иди тоже, бери второе колесо. Все, бежим, блядь. А дверь вообще не закрывать нахуй. Да в пизду ее. Походу кто-то пытался уже. А как взять и колесо? Там закаты, блядь. Там свеча блядь. Есть? Нет. А, просто могли бы две машины собрать. Я спиздил в колесо, блядь. Слышишь, пиздец, братан, блядь. Вот это удача. Давай, ставь его нахуй сразу. Мы удачно подъехали. Почему я не могу его прикрепить? А, вот. Ебать! Все, тупо. О, слышу, еще радиатор, нахуй, еще спиздим. Я его поставил, а ну как ты это нахуй? На стенсе. Сейчас еще аккумулятор, радиатор спиздим. А почему у нас колесо одно на стенсе заднее, блядь? Ой, это пружине пизда, походу, не докатались, нахуй. В смысле, что-то еще пружины, блядь, есть? Да нет, так, отойди. Могу улететь, нахуй, просто нужно в ебня улететь. Тихо-тихо-тихо, родимая. Давай не будешь прыгать. Либо пиздим, капот давай еще. Да-да-да, пиздим. Внешку делаем, нахуй, блядь.
Блять, это правая дверь, блять. А нахуй ты колесо положил внутрь, если там есть место под... А, вы же заняли уже, блять, я понял. А сейчас справа есть, да? Так, что тут еще есть спиздить? Правая задняя. Блять, больше нечего спиздить. Сука. Надо проверить спаун. Там машина стоит нахуй тут. Ну зачем ты сломал лобовуху, дурак, блядь? Йоу, блядь, я испугался даже. Все, да? Угу. Все, что было, все спиздили. А дверь-то... А, дверь... А дверь у нас есть, да? Была, не была, нахуй. Надеюсь, мы нахуй улетим сейчас где-то, нахуй, ебать. О! Нормально. Накачало, ебать, нахуй. Это пневма была, ёпта. У нас целых две запаски, нахуй, охуенно, блядь. Да, не мог забыть, что он и сесть, нахуй. Так, пульс проверил. Нормально, правильно. Закрой двери. Чтоб, если что, мы не умерли от сердечного приступа. Так, аэродинамика сделана. Поехали, нахуй. Наконец-то, ёпта. Бля, почему дальше после того, как мы собрали машину и так красочно уехали на трех колесах, мы с парнями поехали лутаться и, собственно... По пути наступила ночь, и, собственно, произошло неожиданное событие. Олень! 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 Я его, блядь! Блядь, зажарим его! Да! Я очень сожалею о семье погибшего оленя, поэтому очень обидно, что так произошло, но это был несчастный случай, и я думаю, семья оленя поймет. В общем... Дальше, после этого ужасного случая, мы пошли... Мы открыли то, что в DayZ можно, сука, кидать предметы теперь. И начали всячески прикалываться, и придумали одну ситуацию. Ничейный. Ну-ка, Диман, давай, ситуация. Такой, блядь. Давай. Кричи. Типа, давай, нет патрон, давай. Давай. Блядь, есть Диман, пули, да? Диман, лови рожок. Поймал. Диман. Нормальная ситуация, интересная. Диман, лови! А Димасы уже ползут, блядь, туза. Димас уже умирает, а Димас такой... Диман! Да, блядь, он не кидается нормально. Диман! Не, надо к тебе прям вплотную подходить и говорить, на, сука! Да, да, держи рожок. Держи, блядь. На тебе, блядь. Я начал ебать. Хорошо себя чувствую. Смотри, у него в жопе фильтр. Далее мы с парнями пошли на охоту. Ну, просто по приколу. Потому что нам нужно было мясо. И мы хотели кушать. Мясо. Не пугай, тихо. Не пугай, не пугай, тихо. Не пугай. На це, присядь. Ебать, валение нахуй. Тихо, три, блядь. Смотри. Блядь, они съебывают от нас. Давай. Нам большое нужен. Давай. Надо за ними идти, вон они, куда бегут. А какой лопата, ебать? Я ж помню, что лопата. Нет, была. уже лопаты. Скинули. Я скинул. Сука, съебывали, ебать. Еще и топорик повредили, нахуй. Ну шо, пиздец, без лопаты, нахуй, курсы свои. Блять, смотри, один отбился от стаи, его есть вариант ебнуть, вон он. Где он? Блять. А че они съебались так? Где он? Бежали, потому что. Где отбился от стаи? Где он? Да он уже за ними побежал. Вот тут чаще. Так, тихо, давайте так. В туза сейчас зайдем, блядь. Давай, только ну, давайте синхронно бахнем по ним, по патрону. Давай. Так, по-моему, где-то вот слева должен быть отбившийся от стаи. Давай. На охоту, мужики. Все, без лопаты нихуя не будет. Национальная охота. Ну, значит, все, что. Да хуй с ней с этой лопатой, мы охотимся, блядь. Что еще надо в этой игре, блядь? Проверить пульс. Сейчас прикинь, нас по одному тупо щелкну, так чик-чик-чик. Олени, да. Олени со снайперками такие, суки. Блядь, куда они съебались, нахуй? Где же олени? Мне кажется, они где-то левее. Тоже думаю, что левее. Ну, блять, найду нахуй. Слышал. Он в какую сторону съебались, а влево? А, да. На восток. Дальше.
Сначала одного оленя сбили. Теперь, сука, идем за другими. Кто стрелял? Никто. Мы не стреляли. Походу, все стреляются, нахуй, люди. Ебать, парни, наша охота. Прорываемся. Поехали, охота на людей. Это где? Переключаемся, блядь. Поляне или где? Ну, серый сказал, Светлоярский что-то есть, но охота либо, на людей начинается. Либо это был Светлоярск, либо это было Туровом. Но я больше Светлоярск. Может, пешком пойдем? Че нам? Да, пешком, конечно. Конечно, пойдем. Давай, либо веди. Либо Турово, либо Светлоярск было. Потому что вышло бы далеко, нахуй. А я не знаю, где. Я тоже не знаю, где. Нам нужен серый. Да. Нужно воссоединиться с командой. Вам с этого. Сижа стрелять? Не надо. Это будет неприятно для нас всех. Mm-hmm. Тебя могут спалить по этому выстрелу. Я правее пошел. А кто бежит с первого? Кто бежит впереди? Это серый остановился. Да, серый, свои, да. Видишь? Ты лег, да. Вот там был выстрел, я бегу. Побежали. А где хомяк? Куда потерялся хомяк? Я сзади. А, вижу, понял тебя. Либо это было на дороге, где военная база, это одно из двух нах. Вот одно из трех нах. Либо это Турово, военная база, это маленькая палатки, либо Стоярск. У нас впереди вышка там какая-то. Сверху. Это зеленая гора. Нет, еще зеленая гора, на другом конце карты, брат. На западе, блядь. Ну окей. И там пик такой высокий. Это вышка с антенной, Стоярск видно уже. Да, просто вышка с антенной. Угу. Так, ну надо кого-то отпиздить, я думаю. Ну если оленей нам не дали отпиздить, значит пойдем игроков отпиздим. Тихо, блядь, не бегите, ноги сломайте, блядь. Ай, блядь, больно. На гору не пойдет. Блять, симулятор скалолаза. Гора обойдет. Хули он перестал с лета нахуй, мудак. Че, туман? Угу. Это не вот в этом городе справа? Наверное, могли. Ну я говорю, либо в Турово ебашили, либо в палатках ебашили, либо в Стоярск ебашили. Но мне кажется больше, что в палатках ебашили, такое ощущение. Волки. Это я. Какие волки нахуй? Это моя женщина гавкнула. А, это твоя женщина гавкнула, блядь. Ну это очень было реально похоже на гавку. Она все время, блядь, так я тебе еще на ушко подышу потом. Сука. Гавкает, блядь. Гавкает, сука. Реально все время. Кажется, что ты собака какая-то. Ну-ка, сейчас, вот, смотри, тихо. Ща. Риви, да. Да, подпрыгивай. Даже я услышал, как на гавкнул. Моя женщина, блядь, это моя женщина гавкнула. Бля, прям как в жизни бывает, это. Думаешь, что за хуйня? А, женщина гавкнула. Понимаю, блядь. На нас смог зомбя заспавниться нахуй справа? Хуй знает. Ну, мы достаточно близко. В теории мог. Кстати, тишина, ебать, очень беспокоит нахуй. Блять, там у нас боец, блять, на камне ползает. Тупо гриб. Боевой гриб. Бля, повязки бы реально не помешали. Не, ну да, периметр вроде чист, нихуя, но. Ну я выстрел слышал, тут ебнул так один раз свой, что было все. Значит, походу, или по зомбю в экстренс. Да, либо по зомбю нахуй ебал нахуй. Или кого-то щелкнули. Там в городе зомби есть. Ну, очень... они, возможно, на нас. Да, они на нас закончится. Хотя вот спереди на дороге, видишь, нету. Перед нами. Вон, только что появились на палатках. На палатках появился зомби. Можем посеять палатки по кемперить нахуй? Думаешь, они такие популярные? Ну, бывает, люди проходят. Редко, конечно, но проходят. В Светлоярске бывает, часто люди появляются. А, вот где палатки наши. Угу. Они близко. Ебутся коты. Так я бы их так-то и залутировать подходил бы, блядь, тупо.
Не, чтоб наверняка лут переспавнился. Чтоб наверняка, надо все говно достать из кладок. Просто достаешь все говно, нахуй, носишь что-нибудь подальше, нахуй, выбрасываешь. И лут по-любому переспавнится. Ну что ты говно, нахуй, сверни еще раз, нахуй, я буду послушать, сколько ты ебашишь, нахуй. Ебать ты беспалевный, на камне сидишь, прям пиздец. Человеки беспалевности, нахуй, три штуки, блядь, на камнях, нахуй, засели, блядь. Я разглядываю холм напротив. Гуки. Туман, это, конечно, не здорово. Ну, если нет зомби, значит, это никого не убивали. Возможно, возможно, сладярские ебашили, возможно. А если он снял сатаярский, то он может либо пойдет сюда, либо пойдет на берете на одну из двух. Там какая-то хуйня движется у дома. У синего. Я, может быть, ничего не понимаю. Справа, видите, где автобус? Там это какая-то за забором какая-то хуйня. Какие-то, какие-то пиксели, блядь. Вон, видите? У дома? Вон дом, да, видите, за забором какая-то хуйня. Желтый, который дом? Желтый, да, и синими окнами такими. Видишь? Левее, там, да, какая-то хуйня беленькая такая. Да, это какая-то беленькая, видите? Угу. Как-то отсвечивает. Что-то, на углу дома. Нет. На углу дома какая-то хуйня нахуй. Какой забор просвечивается? Может, это куст ебучий? Может. Я ближе подхожу. Давай, если что, я тебя прикрою, я уже с пушкой тут. Да, прям в тёплый. Это походу забор отсвечивает. Че, пока тут это самое. Полежу тут сверху, сейчас приду. Дом открыт. Зомби нету? Ну, открыт за двух сторон. Кто-то был. Я внутрь хожу. Чистый дом. Блять, двери за собой закрывайте, хуесосы. Шо, идем в палатке? Пошли. Где тут есть адекватность? Опа, спустился. Так, я нож в руки взял, блять, иду нахуй. Кастет уже взял. Чеченскую резню устраивать. На нахуй, отлетел первый, блин. Шо, где еще бедолаги? После неудачной охоты на семью оставшего мертвого оленя, которого сбил Серега, мы, собственно, расстроились и, как видели, пошли на выстрелы искать людей, но, как видите, это тоже не удалось, и сервак решил повылетать пару раз, поэтому мы подождали и пошли дальше. Давай-ка. Так а нахуй он нам нужен? Куда мы мясо его делим? Сменил курс. Где барашек? Можно на обратном пути его с нами забрать. Можно на штык ножу, на штык нож его насадить. Правее еще. Вижу. Вон они, барашки, блядь. Ебать их там, слышишь, пиздец. А давай пару зарежем, а когда обратно сын, пойдем, пара, мы их заберем. Они же не будут убегать, если я на них с ножом пойду? Будут. Точно? Да. То есть пистолет с глушителем лучше его, да? С топора нахуй по голове, блядь. А, подожди, ну-ка. Так они не хотят убегать, они. Не, бегут. А я сейчас какой-нибудь, блядь, ебать. На тебя топором по горбу, блядь. Вы хотите еды, что ли, я не понимаю, с них получить? Суки. Все, завалил нахуй, барашек. Оби ее. Еще одну завалил, бля. Ну и все. Блять. Может, не надо. Парни, пока не разделал, можете ей воспользоваться. Блять. Хотя сейчас разделаю, блять, отрежу там кусочек, чтобы. И бычий кайф получил.
Так, шкура овцы нужна нам? Блять, я не могу выстрелить. Стейк из баранины, ебать. Возьму вечером, поем. Парочку. Все, пошлите. Удовлетворились, ебать. Так что, набирайте еду. Ребят, народ, на сироке нахуй, иди все, блядь, ебать. Парочку мы нашли, как бы, но... Там еще нахуй лицо нахуй орут, ебать. Я еще одно пиздюлю. Ну нахуя? Че ж... Прямо сука. Да, блядь, заебал, прямо сука пиздит нахуй, блядь, стейки, блядь. Бля, это баран с рогами, нихуя себе, слышишь? Слышишь, он пиздюлю получил, ему похуй было. Ну так не стреляйте, оставьте их, все. У нас там еды. Шкура надо чего? Шкура. Это надо дубить как-то нахуй, там пиздец, там очень сложно. Шкура нужна или нет? Там надо дубить, потом делать одежду, шкуру, это очень сложно. Ну ладно. Все, пошлите на эти лай казармы, блядь. Ла-ла, заебался уже нахуй. Это прям вон там было. Это, возможно, была черная, как черная поляна, как там была? Черная мамба. Да, да, черная поляна. Да-да-да. Это оттуда был выстрел, черная поляна. Давай. Побежали. Кто так, создал? Так, если что, берем живым. Снизу, сверху грудь, а снизу хуй. Ну мы, как говорится, стараемся взять живым. Да, но мужчина-то сама со себя говорит, нахуй, что надо в голову стрелять. У меня надо... наручники. В любом случае, если убиваем, и он лежит, не добиваем. Подходим, наручники и бинтуем его. Быстро. Да. И скажем, hello, motherfucker. Далее мы с парнями пытались отправиться в пустые казармы полутаться, но у нас не получилось, ибо нас заинтриговали выстрелы, и мы пошли на эти самые выстрелы. Ливнуть, у него есть 15 секунд, чтоб ливнуть. Если он ливнет, мы ему голову выстрелим. Да, пулю в лоб получит, нахуй. Вы там идете, меня каверите, да? Нахуй, я так убежал, нахуй, вперед. Так, тут же какая-то деревушка, нахуй, вначале появилась. Ага. Так, может, в деревушке был какой-то пьяный рамс? Это хуйня, сейчас посмотрим. Кстати, все возможно, ебать. Рассматривайте внимательно. В этом Виталия микрофон яростно дышит, нахуй. Прямо аж хура. Я нашел болото, нахуй. Никакой туда таблеток хлорных нету. Мол... Ну, сука, стрельни еще раз, нахуй, блядина такая. Не вижу. Ничего. Да я тоже никого не вижу. Даже зомби нету, блядь. Мне кажется, возможно, на выстрел сбежались, нахуй. Угу. Хотя одного зомби вижу, нахуй, справа. Не, ну, у гаража стоит. Если на выстрел сбежались... У гаража стоит? А гараж закрытый? Да. Ну, там стенка. Здесь дверь открытая, он, наверное, здесь хлутался. Он может быть в новом здании. Угу. Он там два зомбака ходит. А окна разбитые бывают в зданиях? Да. А, вижу, да. Еще зомбака вижу. А это шо, казарма, чё шо? Не. Попить. Так, зомби. Зомби. Сука, где ты сказал, пидер, нахуй? Тут на нас зомби заспавнились, нахуй, блин. Может, он в полицайке ебать? Вполне возможно. На, нахуй, бабулю разработал, нахуй. Вон дорога налево уходит, ебать. Бля, там зомбя идет сзади. За кем-то, мужики. Где? Да вон, за Витольдом. А. Ебать, тут пьяная драка в комнату. Опа, дробовик. Ебать, я разрабатываю нормально, ебальники.
Бля, петушара бежит, у сука. Нужен другой их, нет? Стой, блядь. Ну не знаю, где этот петушара, кто стрелял нахуй, ебай. Ну это не полицейка, показалось, ебай, что-то полицейка. Ну он, может, кто-то к городу уже подошли, нахуй, там он город уже. Он, наверное, в город убежал, возможно, пришлите в город сходим. Все, возможно. Вон, магазин доезжал. Давай-ка мы сделаем выстрел. По дороге? Какой-то звук. Какой? Что это было? Мне казалось, что это как двигатель звук, но не уверен. Кто в доме или? Мы в доме. Ладно. Курица. Ну, блядь, Диман, один проход, два жирных мужика. Ну там вон, там город он есть, нахрен, с каким-то охуевшим зданием. А мы где, блядь? Я так понимаю, нет. Если мы были в поляне, то это Новодмитриевск, если я не ошибаюсь. Где звуки? Вот это, походу, Новодмитриевск, если не ошибаюсь. Вон, у магазина зомби бегают. Где? У магазина, вон. Увидел? Сзади или спереди? А, вижу, да. Там да, зомби да, бегают. Понял. Или это люди? Это люди, по-моему, бегают там. Там собака. Там волки же бегают, ты твою мать, нахуй. Да? А, рели, да, там что-то есть. Но зомби на нас так не могли далеко заходить. Смотри, они хуярятся с волками, да, с волками. Нет, там чел с рюкзаком. Это зомби с рюкзаком, видимо. Зомби и волки бегают. А где человек, нахуй, блять? Ну, мне показалось, что там люди вот. Че, нет? Я просто волков не видел даже. Не, зомби на волков тоже могут агриться. Да, они агрятся, и волки агрятся на них. Они хуярятся между собой. А вот по ступенькам там бегают. Это зомби, да? Это... Да. В любом случае, смотри, как далеко зомби... Ебать, там волк на крыше, ебать, гляньте, нахуй, он бегает по крыше. Слышишь, могли зомби так далеко заспавниться на нас? Нет, кстати, не могли. Вот именно. В городе есть кто-то, определенно. И волки там... тоже не могли заспавниться. Там он волк по крыше бегает, нахуй, охуенно, блядь, да? Вот справа вот это здание здоровое. Слева, видите, слева. Слева ЖД-станция, там ходит зомби. Я не знаю, мог он так заспавниться? Да хуй его знает. Ай, блядь, кому больно. Кому-то, блядь. Да я пизданулся, блядь. Это шо? Да нахуй вы тоже прыгнули, блядь. А вы куда пошли-то, блядь? Я пониже спустился, чтобы посмотреться. Мне кажется, на ЖД-хе может кто-то быть слева. На ЖД-хе? Да хуй его знает. Блядь, там, сука, я думал, там же человек, нахуй. Это, блядь, ебаные волки, зомби ебашатся, нахуй. А движений нету никаких. Зомби под асфальт залезли, мне блядь, и хуярятся. Если стреляли, то вот с большей вероятностью здесь. А, Дмитровский? Может, факторки что есть? Ну, там вот справа ангар открытый, ебать. На востоке. Но у магазина пиздец, они не могли так далеко заспавниться. Очевидно, что не могли. Значит, кто-то был и заспавнил. Ну, мощь, прицелы, блядь. Да вообще, был? Прицелов нет никаких. У меня один прицел на USG, но он... Это коллиматор. В этом зомби чмырят на хоболков, пиздец. Мы можем сделать какой-нибудь выстрел, и вдруг они побегут на нас? Как насчет такого? Да, люди. Да, вряд ли. Там что, прикол, даже движений их не видно, нахуй. Вроде город видно... На ладони, во-первых, туман, а зомби на ЖДшке, которого Димана приметил. Диман приметил. Два зомби на ЖДшке. Слева от нас. Ну это уже Магнинат уже вспомнится уже. Ну так, да, к ЖД мы еще... Там, вот в этом листочке, может быть, слева еще. Ну там зомби в строительной, либо в строительной форме, либо с рюкзаком. Это определенно зомби. Я думаю, если это был бы человек, он бы не бегал как аутист. Да, они еле ходят. Да. Может, на горе кто-то соседний сидит. Потому что магазин к горе довольно близко. Без оптики хочешь даже просмотришь. Угу.
А бинокль ты выкинул, блядь, из машины. Стрельба! Опа! Это фантом. Это с факторки, да, факторка. Откуда именно? Хуй знает, не слышно. Факторка внутри, да-да-да, нет, не по мне. Просто у меня ближе, ну... Высматривайте, высматривайте факторку. Мне кажется, какие-то из высоких зданий вот тут. Из высоких, думаешь? Не знаю, но я, если ну, бы думай, я... Думаете, по нам был хуярят или еще? Не, по нам, ты бы слышал. Это не по мне было. Ты бы, блядь, не разъебись, что ли, тут очень высоко. Я не прыгаю. Вижу, открыли дверь, факторка дальняя. Дальняя какая? Дальняя факторка, там с дверью чел стоит. Походу, за трубой, блядь. Там еще красная табличка такая. Здание какое, большое, маленькое? Блять, такое маленькое здание, вон, я на него еще, я скриншот сделал. А, вижу, красная бочка, да, что-то такое. Там еще стоит. Какая-то, да, я скрин скинул, вон то здание. Ближняя факторка, короче, вот, идет, значит, вниз, да, такая, видите, что от высокой факторки. Я под красным стою. И в каком именно? А, ты под красным, что ли? Под красным я стою, с рюкзаком я под красным стою. Это внизу Серега, вот по красной. А, вот под бочкой. Я скриншот скинул, это вы? Я под бочкой. Она и была открытая, ебать, нахуй. Она и была открытая, Виталий, блядь. Угу. Я закрою ее, нахуй, блядь. Так, Серег, там дальше стреляли. Дальше? Да я тут иду, нахуй, ищу, блядь. Мне кажется, давайте, вот давайте подвое ходить. Зомби на гараже застрелены, ебать, вот дальше вот. А, вижу чувака, нахуй, у меня целится, как раз. Хуярь. Где, Серега? А левее тут гаражик, КПП, левее, чё, вот видите меня, видите? Левее КПП. А где, блядь? Там левее вижу, КПП, которая это. И тут это рюкзак ещё разбитый. Это ты серый? Да, вижу, камуфляжный рюкзак твой, вижу тебя, это да. Ты серый, да? И вот, да, и вот левее меня чувак, меня целился его. А где, я нихуя не понимаю. Целился левее тебя? Да, вот он. А, мёртвый нахуй, ваншот нахуй. Ёбнул. Сзади Виталь тебя зомби бежит. Чё он меня не стрельнул, я хуй знает. Мне кажется, это... Он, не может быть, он не один. Он из... Ебать мне патронов, ну, конечно, ебать. Ебать мне на СГХ патронов, ебать. Сиди, жди, ждём. Нам нельзя лутать. А я гвозди заберу, нахуй, блять. На колгазе, может, кто-то сидит. Он растерялся, стрелять не стрелять, скорее всего, потому что у него был друг. Или вот, у парня, кстати, или да, у парня, возможно. Или у парня было, знаешь, какое-то моральное это, блять. Когда переплет, который его стрелять не стрелять, да. Убьет не тут, убьет. Тут вам патронов дохуя, ебать, можете подбирать себе на. На серый, круто. И ботинки шумовые нетронутые, ебать. А, ну и рюкзак уничтожен, ебать, ладно. Бля, ебать мочка ебать, конечно, нахуй. У него это. У него повязки не было никакой на него. Нет. Кулгаз, вот давайте я на кулгаз залезу, нахуй, ебать. Блять, не есть попить, нахуй, я пить хочу, пиздец, нахуй. Чё никакой даже нет таблеток, нахуй, блядь, пиздец, я хочу пить, нахер. Виталий, есть попить? Ты где, хомяк? На скалах. Ты на верхней, да, ещё слышишь? В высоких скалах? Виталий, есть попить? Виталий, попить есть? Я тоже чуть пониже, ну-ка. На скал прорываться. Я на ЖД. Выхожу. Я на ЖД. Вижу. Уже стрелялся, чувачок, нахуй. У него 29 а патронов было. А что у него было из оружия? СГ-5 с прицелом. СГ-5, да. И там патронов дохуя ебать. Отток. Я не знаю, он стрелял, не он, да. Да есть на мучку патроны? Это у меня осталось, блядь, чуточку. У меня вроде есть что-то, да, у меня есть. Ну нормально, жил. Можешь на СГ-5 взять, я сейчас на кулгазу. Какие на мучку? Ты 39-е? Нет, 762 на 54. А, 72 на 54, нет. Угу. Просто я говорю, что нахуй, ну и зомби нахуй, на гараже мёртвый. Поворачиваю голову влево, нахуй, чувак на меня стоит, смотрит, целится нахуй, блядь. Как говорится, достал нож, нахуй, режь, ебать, тут то же самое, ебать. Ты лезешь, да, на колбас. Да, посмотреть. Да вон, даже зомби вижу мёртвого, нахуй. Может, для стейка у него там был. Да, вот с водой проблемы пиздец. А у меня ботинки у него хуй не тронутые. Шумовые, там уже нужен. Я забрал уже. Как с ковбоя на Диком Западе. Че, Виталий, нахуй ты за мной летишь, нахуй? Так давай на прикрытие встану, вдруг он не один.
Так, зомби за кем-то. Или кто-то с рюкзаком красным пробежал. Не мы. Где? Не мы. А, на выход из факторки, там, короче, вот здание вот это, которое, видите, мы лезем. Типа... Мельница, знаете, которая где зерно... А, на колгас вот. Вылезете, нет? Да, на колгас они лезут. Тут бочка, нефиг деревянная. Это не вы были. А, справа от вас. Справа от вас. Как Настя, это я смотреть? Нет, тупо справа от вас. Вижу, да, вижу. Вот бегает там. Я сейчас залезу. Где. Можешь направить? Сейчас я его попробую глухануть. Тупо можешь? Справа, вы его не увидите. Подожди, давай не вместе. Видим, он бежит в Светлоярск. Он к вам завернул. Гаражи под вами. Справа от вас. Сейчас попробую его шмальнуть. Он сзади вас. А, вообще. Вижу. Все, разлезаю. Где он там? Я в него попал один раз. Под нами, ебать. За зданием. Вот этот гараж с крышей, да? Вон, бежит, Виталий, я прям на него целюсь. Куда он бежит дальше? А, все, никуда не бежит уже, нахуй, Лех. По трубой. Вон где красная бочка, дальше труба. По трубой лежит. Видишь, Виталий, вон, по трубой лежит. Вот этой трубой? Не вижу его совсем. Он умер, вот, труба, и вон снизу ноги торчат, нахуй, блин. Вот, труба. Да, должен был. Вот, Виталий, Виталий, видишь, вот труба, вот она труба. А, вижу, вон, да, ноги торчат. Да, вон торчат. Блядь, тут бочка, ящик, нахуй, нам на базу как раз нужно, блядь, бочка, ящик, нахуй, пиздец, блядь. Ебать, я пиксель там увидел, нахуй. Мелькнуло, нахуй. Бочка с водой. И ящик, нахуй. По мне. Откуда? У вас. Сзади. Из леса. Сзади по мне. Из леса, Виталий, из леса. Ищи. По мне, ебашит. Сзади стороны? Да, с леса хуярит, пидорас. Я не вижу его, я пытаюсь выйти, не вижу его. Тоже. Я спускаюсь со скалы, спустился. Ах ты пидор ебаный, блядь. Вижу, бежит по ЖД. По ЖД? По ЖД бежит. В сторону? Вижу. Встал. На, по ЖД, вон он стоит. А, вижу. Видишь, по ЖД? Ёлки! Вы там не по мне стреляете? Не знаю, по ЖД ему туда. Я не вижу. Где. Всё, Лёх. Упал? Да. Красиво. Я там зомби, да, ещё? Ну, я не знаю, по ЖД красная туша бежала, я заметил, и всё. Да. Лёх. Ну, мы как-то... Ещё! Серый упал! Серый труп? Убили. Да, ваншот, походу, в голову. Ваншот, нахуй. Их несколько. Это походу второй был, нахуй, просто, ебать. Это, блядь, ну мне ваншот, нахуй, в голову. Сука, хуй. Со стороны горы. Я не вижу. А, вижу, наверху горы. В ёлках. Уебите, нахуй. Это, походу, второй, блядь, гораздо. Ну, ваншот в голову, блядь. Я ему туда, блядь, накидываю. Мансуй, Виталий. Ты должен жить. Бегает на вершине горы там. Он меня не убьет. Бежит вправо. ЖД, да, бежит, который? Нет, он на вершине, он выше гора. Он восточный, Восточный. Блять, зомби на меня бежит. Вообще не вижу его. Он не в гелике сейчас, нет? Нет, он не в гелике, но он, короче, там. Не могу понять совсем. Прям вправо бежал, в сторону станции. Только вот по вершине. Я в Светлоярске, ебать, сейчас прибегу к вам, пацаны, нахуй, живите. Я в Светлоярске. Я, короче, прятаться буду. Да, прячься. Тут без вариантов. Без серого, без глаз серого я тут все. Пулей нахуй, ебать, прибегу нахуй. Буду пока заряжаться, потому что без серого я тут вообще ничего не вижу, абсолютно. Вижу его. Сейчас ебаш. Просто ебаш нахуй. Он не садится. А вижу, да. Ебаш его, просто ебаш. Бегает. Убегает куда-то. Ну выпустите его нахуй, блять, уебите его нахуй. Он убежал назад за горы, не вижу больше. Угу. На смысле тоже ебашил пидорас нахуй. Я ему туда накидываю. Вот, Димас, ты близко с ним. Да, вижу. Я буду его глушить, пусть он думает, что я по нему стреляю. Ебать, вас слышу, нахуй, я отсюда слышу, нихуя вы там ебашите, блядь. Это я. Ты мой помочку взял? Нет, у меня же СГ было, зачем я убежал вниз с этой вонючей? Блядь, я же могу идти в миле. Димас, я иду к тебе. Давай. Я пока его не вижу, слышишь? Я забыл, что у меня СГ, я пошел вниз, типа, с СКС стрелять.
Я вроде как им один раз попал, я не знаю. Там, может, опять в ёлку урон ушел? Ну, они простреливаются, кусты простреливаются. Это, ёлки, это, ёлки. Это не дейзмод. Раньше тоже в ёлку хавал. Вижу, да? Вижу, там же ходят, там же. У станции? Да. Подожди, Виталий, только меня не убей. У станции, у которой зомби были, или где он? Я не вижу никого. Нет, левее. Тихо. О, бам! Выстрел. Это походу, это снизу. Это я, Димас. А, где понял, он, Димас, снизу. Там. Давайте его снова война нахуй. Я продолжаю подавлять. Димас, где он? Там же, слева такой же. Стреляю на подавление. Куда вообще? На похуя. Короче, я пошел в раш. Хуя вы там с винтовки работаете? По винтовку и слышу, как нахуярят нахер. Да это я херачу, Серега, на подавление. Не, тихо, винтовка, тихо, винтовка. Тихо, парни, тихо. Он у меня. Димас. Сейчас убью его. Готов. Добил? Да, убил. Красиво. С моськой был нахуй? Еще? Это я. Да, у него моськинка была. Пидор, ну ланшотный, в голову на ланшотный, скорее всего. У него рюкзак штурмовой, но я его уничтожил. Красиво. А, он штурмовой говняный. Это, подожди, ты сверху или где? Или где? Я на нем, на трупе вот. А, вот, смотри, Димас, вот я вышел на тебя. Вот я, нет, назад смотри. Виталий, что вот, вот я куешу. Блядь, Дима, направо посмотри. Да. Сейчас посмотрим. Подожди. Бронежилет живой. А, да, патрульная куртка мертва, ремень вот живой. Я перед тобой, блядь, штаны, Дима, ёпта. Штаны мертвы. Ты слепой, нахуй, вот я. Рюкзак тебе сломал, Серег. Как так-то, нахуй, блядь? Рюкзаку конец, бронежилет поврежденный, ремень и все остальное. Подберем. В тело, что ли, ебнул, нахуй, блядь? Ой, я себе коллиматор въебал с ним. Ебать у него патронов на пистоле. Блядь, ебать, там я просто все разъебал, нахуй, да, блядь? 380-х миллиард у него коробок. Блин, да, лутаться, ебать, что сказать, нахуй, пиздец. Я все сломал, нахуй, кроме жилета, да? На CR-527 у него дал магазин, без парня. А штаны и курточка, все нахуй выбило, да? У кого было CR-527 вот это? У меня CR. У него два магазина есть на нее. Ну давай, бери. Я вообще как аутист со вторым, парни, я его не видел совсем, я подавлял просто. Так я тоже не видел его. Так что понять я вообще не мог ничего. Я на того красненького вообще еле заметил, на котором пиксели нахуй. Я красненького... Я красненького интересует, конечно, Серегу. У Серега все. Ну там все. С надульником. Потом мы сейчас прогуляемся по их трупам все вместе. Но для начала давайте я жду Серегу у себя. А как разрядить пушку? R. Нажми, он разрядит. Когда я надеюсь, ты ее не с магазином разряжаешь, блядь? Не-не, я мосинку разрядил. А, R. Блядь, просто одни вышли, все заруинил, нахуй. Просто все, нахуй. Фляга есть. Я думал, это в голову попал, нахуй. Нихуя, ебать. Как так-то, ебать, пробил-то, нахер. Я вроде полностью здоровый был, нахуй, ваншотнул. Фонарик на пистолет нужен, че не? Нет, наверное. Все, я мужик, нахуй, ваша бабская. Бабскую секту покинул. О, красиво. Ну хоть ради этого стоило умереть. Они, кстати, походу, слышишь, они за нами шипят, что у них стейки из баранины в этом, вообще их миллион. Да? Нихуя себе. А я ж там двух барашков еще убил. За нами шли? Нифига, мы преследователей разобрали. Не, ну это красиво было сыграно, парни. Каждый по фрагу забрал. Серега там устроил. Я троих уебал, нахуй. Ну, а я помог увидеть. Ублюдков. Вечереет. Сейчас по могилам их прогуляемся, посмотрим, что там есть у них. Да, моська руинит, нахуй, все, ебать, ты че, блядь. Тут целая мосинка есть. Не, ну мы я имею в виду по патронам всяким, по приколам. Да, у меня одежда. А, в нижнем, короче, который у вас, там он бомжара вообще лютый. Под этим, под... Так, тихо, под... кто у меня рядом? А, это ты. Под башней бомжара? Да, там он такой прям вообще лютый бомж. Я даже не лутал его. Нифига у тебя 7.62 на 39 серый. Блять, бочку бы спустить бы нахуй, блять. Спустить бы бочку бы с ящиком на базу отнести. Могу спустить. Попью из фляги. Да, что надо машину подгонять, потому что нахуй в руках. Ну, надо если ящики там в сумки засунуть, то нахуй моя сумка разъебанная, нахуй. То, блядь. Ну, сумки зато всех разъебанные. Бочку нахуй. Ну, блядь, одно дело, кстати, разъебали на тебе, где-то ты можешь носить, а мою разъебали, я хуй один уже. Попал у него хоть раз, я у него там нормально зажил.
Бля, хорошо, я к тебе пошел наверх. Угу. Я говорю, винтовки ваши аж, блядь, светлоярство нахуй слышно, блядь, пиздец. Виталий там нормально, тупо. Вжал. Да я стрелял куда попало, чтоб он охерел, типа, он нет, сидел. Сидел и кричал. Кто снизу бежит? Уже по этой. Это я. Вижу. Тут, кстати, тут труп пропал вот этого чела, которого смасили. А. Может, он вышел? Что у меня эти... Скорпион с патронами его. 72-39, у меня они что-то не комбанятся вместе. Интересно. Их по 20 штук максимум. Я знаю. Не комбанят. Может там с этот, а этот... А, это трассерный нахуй, поэтому ты не можешь скомбанить. Нет, обычно. Не комбанит, все. Сука, лут пропал, блядь. Угу. Сходите пока, скиньте с них дропы всех. Так, ну я факторки уже вижу, блядь, бегу нахуй. Это что шмотки сломал, это хуево, блядь. Сейчас я еще красного то проверю, долбоеба под елочку. А, у вас еще один валяется снизу? Да. Угу. А еще один? А в каске? Кто? Если в каске, то это я первого самого. Ты, да, это самый каске, первый. Да, это самый первый трупик. А, вот он не пропал. Не он ясно. У магазина на FX. Бля, я так-то FX, наверное, заберу. На него патроны, блядь, нормально можно найти. 45. Точка 45, наверное. Главерный. Да. Серьёзно? Вообще у меня три коробки 380-х, блядь. Это на ИШ, я так понимаю. Блядь, я Виталию вижу, нахуй. Виталия, блядь, не была бомбочка, я бы тебя уже снял бы, нахуй. А ты где? Я слева бегу, со стороны железки, нахуй. На, увидишь ты меня, не увидишь, нахер. Со стороны железки? Там, где вот да. у нас красный бежал, дурачок? Еще, да, только еще дальше только. А, нет, я тебя не вижу. А, я тебя вижу, как он сверху, он стоишь, нахуй. Ебать, тебе видно, конечно, пиздец нахуй. Ну мы выбрали такую позицию с тобой неприятную, Серег. Да, зато все видно, как на ладони, блин. Я себе, блядь, тут ограждение сделал, чтоб, если что, блядь. За бочку прячься, нахуй все, блядь. Она ж физическая, она ж не постреливается. Ну, хотели файт, получайте файт, нахуй. Сколько мы трупов, нахуй, насыряли? 4, нахуй, 5? Много. Раз, два, три. А я все это записал. Мне тоже, блядь. Ну давай, альт. Альт F10 я тоже нажму, нахуй. Последние 5 минут, нахуй, сохранится, блядь, не знаю, может. Алло? Какие 5 минут, нахуй, я не знаю. Так, а под какую елку ты побежал, нахуй, Виталий, ты не помнишь? А под какую елку? Он дальше побежал, Серый. Дальше там какие-то елки, я фиг знает. Он где-то... Видишь меня? Нет, сейчас. А, вижу тебя. Да-да-да, дальше иди, дальше. Точно дальше? Да-да-да, дальше иди. Вот где-то... Куда... И вот где-то в той области, где... Я думаю, ты должен его увидеть. Или нет, не вижу. Он на верхушке. Не-не, другой, еще который мы уебали нахуй с Виталией. Дурачок, который бежал по... Его друг еще один. Получил пиздюлей. Мне кажется, у них тут, знаешь, у них тут какой-то клан был, 4 пидораса по цене 3, вот так называется. Не, он вроде сюда, где-то не добегай, ко мне начал в лес пытаться уйти нахер. Ну, не знаю, нахрен... но мы ему бахнули. Ищи, Серый. Вопрос только в другом, где труп нахуй. Я видел, что он в елке упал нахуй, куда, блядь, не видно. Да-да-да, он кто ли уходил. А, ты ко мне прилез, спасибо. Хорошо. О, прилез. Он где-то здесь лазил нахуй, где именно. 45-й есть? Какие 45-е? Точка 45-е. 387-62. Ну можно вот из FX разведить. Фиг с ним, оставь тогда. Прицел нет, нужен? У тебя магазин. Ты будешь с СГ бегать? Хомяк? Ну, да, наверное. На, прицел. Нет. А у меня на нем коллиматор стоит. А, во, бомжа нашел, с калашом лежит нахуй ебать. С калашом? О, вернул калаш тебе. А, он живой, фу, блядь. Живой? Живой? На мне живой. Ну, наверху, где-то убил челика. Вижу. А, вижу. Блядь, меня ебать, это твой ебать, уебите его. Это вы свои. Это свои. Тихо. Фу, блядь. Да вы ёбнулись, свои. Я уже по вам посередине стрелять начал. Я спрашиваю, кто пришел? А бомж с калашом это где, бля? Фу, это не калаш, нахуй, это из хрестка, нахуй. Бомж с калашом, блядь.
Бля, похоже, на калаш было похоже, пиздец на него было. Там бомж с калашом, смотри, он живой, он живой! А где вы этого бомжа убили, нахуй? Дим, покажи. Тебе повезло, что я нахуй не достал дробовик, потому что я тупо за это самое этот перекладывался. Это какой-то бомж с калашом, блядь, хорошо, что никто не попал. Так тут ебутся коты сколько бочек, мужики, блядь. Да, да, да. Дверьку открывали в эту, в коморку? О, мочка ебать. Ух ты, нихуя. Тут бочек миллион серый. Миллион? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот, да, вижу, нахуй. Семь бочек тут. Блять, уничтожен рюкзак, нахуй, сука. Надо серого трупа скинуть все, что у него было. Хорошо, он лежит. Я еще слышу, знаешь, что кто-то подходит. Да все равно труп лежит нахер. Потому что что-то не лутается, блядь. Мы начался. Убейте его. Сейчас прикинь, Димаса бы ни за что не прошел, блядь. Да я думал, я вижу там свой, я думаю, это я вижу здесь зеленый портфель, Димас, значит. Не, и стреляю посередине, а там справа серый, блядь. Хорошо, что ни по кому не попал. Я думал, кепка уже прибежал, понял, типа себя лутать. Бля, серый, я у тебя стащил немного 45-х. А, так у тебя сер 507. Чё, нет, у Виталия. Виталь. Чё? На. Что такое? О, спасибо! Ох, поношено. Я буду в этом в шлеме танкиста. Ля, ну мне бы куда бы мне эти обоймы вставлять? Потому что у меня нет даже типа на хотбаре нет места. А то, что нет рюкзака, то вообще хуёво, очень хуёво, блядь. Может, на тех бомжах был этот рюкзак живой, нахуй. Поищи. Сильно поврежденный ботинок. Я могу, Серёг, могу большинство твоих вещей забрать. Да сейчас, мне бы на мочку патрончиков, нахуй. Потому что эта мочка пустая, нахуй. Слышь, тебе надо бы эти раны, наверное, зашить. Я ж тебе попал вроде один раз. Я перевязался. Зашить можно. Набором жестя. Так я перевязался, что там будешь зашивать мне? Да, как это? Пулевое. Это если бы я уже кровоточил, бы тогда можно было. Так, а стой, не спустимся. Я знаю, да. Ну эта мочка пустая, нахуй, без патронов вообще. Вообще без патронов. Что, пойдемте отсюда уже, блядь. Уже он вечереет, надо на базу возвращаться. Да, надо на базу. Постреляли себя знатно, блядь. Тут бочек миллион. Блядь, тут надо машину себе поднять. Ищите, Серега, рюкзак и уноси свои приколы. Ну, у меня разгрузка есть, нахуй, блядь. Разгрузка? Ну, блядь, так... я сейчас если броник возьму, нахуй, то разгрузка просто улетит, нахер. Я у тебя треногу возьму. Надо мочку на базу отнести, блядь. А, ботинки нельзя по этим наборам швейным, нахуй, блядь, подлатать, нахуй. У меня есть набор здоровый. Этот, с харняка? Угу. Пиздец, блядь, устроили. Да пиздец, нахуй, тут бить, нахуй, устроили. Это все, нахуй, швейный набор, нахуй, кончился, блядь. А почему тот пидрас, нахуй, красный пропал, нахуй, вышел, что ли, блядь? Поэтому пропал трупло, блядь. Да они все как-то пропали. Да, блядь, как спуститься, нахуй, блядь? Виталий, не подскажешь? Где? Да вот, я бегаю, могу спуститься, блядь. Спускайся аккуратно, вот так. Танкист, блядь. Виталий, а ты где, на Кулгазе все еще сидишь? Да, вон его видно. А вы бежите, да, Серый? Ты бежишь по ЖД? Да. ЖД ты, да. Понял, принял. Давай. В шлеме с мочкой. Угу, да. Ты можешь аккуратно вот здесь, вот у тебя ямка сейчас будет. Вот здесь вот? Ты пробежал ее. Ну, посмотри. Он там... Я там спускался. Будь аккуратнее. Да вот я нашел ямку. Аккуратнее, Сереж, аккуратно. Ты как муравей, реально, хер тебя поймешь, куда ты бежишь? С такого радиуса? Блять, больно нахуй. А, я еще зараженный. А что я заразился, алё, нахуй? А хер его знает. Вот ты, меня даже зомби не били, меня только, блядь, ёбный разочек, нахуй, всё. У тебя просто спит. А, ну я еще не могу даже, я еще даже не могу открыть. У меня не открывается ни инвентарь, нахуй, ничего не открывается. Синдром ДЦП, привет. Да. Так что, может, это белобрысы тоже расчленим, блядь, быстренько? Блядь. Ой, я нашел себе рюкзак, нахуй. Нашел? С трупа? Зомби, нахуй, иди сюда, блядь. О, нормально. Альпинистский? Нет, это вот непроницаемый. А, ну я ж не могу тап нажать, ебать. Перезаходим, Серёг.
Кстати, так, кстати, трубы поисчезали, нахуй, заебись, нахуй. Да, придется перезаходить, нахуй, что я не могу тап нажать. Заебись. Можем ждать, ждать, сколько ты хочешь, чел. Ух, а у нас как... на Иш есть магазины в хате? Ух ты какая! Вот на это! Ты только посмотри. Ты иди сюда, хомяк, ты только посмотри на это личико! Только на посмотри на это край. Оо! Тебе нужен магазин на Иш? Я взял тогда. Ах, как она? Серега! Я, наверное, с Ижом буду бегать. Откуда? У меня штурмовые ботинки все в крови! Подожди, Серега. Это краска. Или Иш лучше. Серега, откуда губы? Как губы накрасил? Откуда помада? Что за тушь? Откуда? Серый, зомби-апокалипсис на дворе, а ты красишься. Да, смочки получаю в ебедных. Не покрасился, нормально. Пойду-ка я лучше туда опять же спрячусь к хомяку тут. И проверю его пульс. Сильный пульс. А я тут сапоги свои латал. Да ты даже на Кулгазе там тусишь? Да. Да там ящик, бочка, нахуй, позабираем все, нахуй, позабирать бы это все, вообще бы похуй. Давай, мы с тобой сыграем, фрятки, я тебя искать не буду. Блять, нужен кому-нибудь скорпион-то или нет, нахуй? Да хуй знает. Да ну, нахуй нужен. Посмотрим, две моськи уже, на базу. Серый, нам надо ехать сюда на машине, без это да. Стопудово. Тут бочек. Поврежденный, и... конечно, надо. Тут бочек, короче, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бочек. 8. Серый. Тут 8 бочек. Так, подожди, Кулгас. Кулгас он. А, вот он, ебать, чуть-чуть не туда побежал. Да, надо в машине ехать. Тут вот такие. Надо сначала всех вниз спустить, потому что тут такие перестрелки, блядь, лютые нахуй. Ну мы, конечно, отдали, бля. Пока. Ты